Световая косметика, энергия нового времени, была подарена человечеству совсем недавно, в 2007 году. Это новая профессия. Омар Та Сад. Дорогие друзья, пришло время, в котором мы все больше чувствуем актуальность должности и профессий нового времени. Профессии, которые несут в себе абсолютно новое содержание и направление в наших действиях и в наших взглядах к определенным событиям. Предлагаем вам новую профессию – световая косметика, которую передала нам ченнелингом Сабина Сангитар. Световая косметика – это омоложение на уровне ДНК. После каждого сеанса человек становится не только моложе и красивее, он избавляется от своих болезней и растет духовно. Во всех сеансах световой косметологии принимают участие высшие существа света – Эшка, Хагия, София, Архангел Рафаил и Ренуар, а также 36 высших космических сущностей, в том числе Мария Магдалина и Архангел Михаил. София – Великая Святая. Архангел Рафаил также известен всем. В Писании сказано, что этот архангел наделяет здоровьем. Он же отвечает за красоту и молодость. Ведь здоровье, молодость и красота нераздельны. Рафаил – владыка изумрудного луча исцеления. А зеленый изумрудный цвет – это главный рабочий цвет световой косметологии. Под воздействием трех световых кристаллов генная система перекодируется. Вирусы старения и смерти попросту уничтожаются. Но это процесс постепенный. Сначала старение замедляется, а затем останавливается, а уж потом время идет вспять. Каждый, кто прошел хоть один сеанс световой косметики, сразу ощущает на себе воздействие божественной энергии. После сеанса возникает ощущение счастья, покоя и радости. Результаты видны сразу же после первого сеанса. Все это возможно благодаря трем символам, кристаллам, которые во время сеанса воздействуют на вас. Что происходит во время сеанса световая косметика? Благодаря энергии трех символов, кристаллов. Энергия действует омолаживающе на физическое тело. Внешний облик изменится после нескольких сеансов. Кожа по всему телу станет нежнее благодаря укреплению соединительной ткани. Ты будешь внешне выглядеть моложе, свежее и здоровее. Это произойдет благодаря энергии кристаллов. Клеточная структура кожи меняется и омолаживается. Энергия действует оздоравливающе на физическое тело. Высокочастотные кристаллы воздействуют на твои органы и исцеляют их на клеточном уровне. После нескольких сеансов ты почувствуешь изменения в своем теле. Энергия действует энергетически на все световые тела. Происходит очищение и энергизация твоего светового тела. Убирается приходящая посторонняя энергия. Твое эмоциональное состояние улучшается. Энергия действует омолаживающе на уровне ДНК, так как старение существует только в дуальности. Из твоих клеток и ДНК будет убрана эта информация. В течение 10 сеансов происходит остановка программы старения и устанавливается новая программа на омоложение. С этого момента начинается обратный отсчет. Твое тело и твои органы молодеют. С каждым последующим сеансом ты молодеешь все больше и больше. Для достижения видимых результатов необходимо по меньшей мере около 10 сеансов.
Будьте всегда красивы и счастливы!